Третье задание делится на два этапа. Уровень сложности высокий и очень высокий. Вход в большой магазин. Людно и шумно. Она увидела кого-то человека и пошла за ним. Это минус. Она прошла мимо меня. Что происходит? Где Миша? Да что такое? Она опять спустилась с лестницы. Привет, я Эни Мэджик, и я с моей собакой Мишкой сейчас в Москве. Остальные песики и киса Алиса ждут нас за городом. Кстати, напишите в комментариях, какой бы ролик вы хотели с Мишкой в Москве, потому что именно вдвоем мы здесь еще ни разу не были. Тем более, случайные комментарии появляются в видео, а на многие я ставлю сердечки и отвечаю. А еще у меня к вам очень классное предложение. Если вы все-таки хотите, чтобы по приезду за город я показала вам дом, который мы построили под землей, мы бы его обустроили и провели там 24 часа, давайте все-таки попробуем набрать 50 тысяч лайков. Ребята, я уверена, что вы сможете, я верю в вас. Тогда этот ролик в самое ближайшее время выйдет на канале. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться, потому что мы идем к 3 миллионам. Я уже очень жду этой цифры, ведь всех нас ждет большой сюрприз. А еще, ребят, я вам уже рассказывала, что я всегда за то, чтобы продавать или отдавать лишние вещи или менять на нужные. Это очень осознанное потребление, это модно и современно, и я не раз уже вам раздавала свои вещи. Сегодня я снова хочу сделать так же. И решила теперь специально для вас делать это постоянно через сервис объявления ВКонтакте. Таким образом мы с вами увеличиваем продолжительность жизни вещей и спасаем планету от загрязнения. Кстати, товары из объявлений ВКонтакте чаще всего недорогие и качественные, и всегда можно найти что-то уникальное. Чего просто, ну, нет в маркетплейсах со своей историей. Как те две классные рубашки, которые я размещу сейчас я. Это очень классная рубаха от H&M, которую вы могли видеть на вашем любимом персонаже. Ожидания. И вторая рубашка Gap из 100% индийского хлопка, оверсайз, очень крутая. Я думаю, что вы все творческие, и любой из вас придумает, как ее классно можно носить. Ну, а у этой рубашки такая история, она снялась в таком количестве роликов, что фанатам, я думаю, даже объяснять не нужно. Можно, кстати, торговаться, договариваться с продавцом на скидку или бесплатную доставку, например. Плюс объявления показываются по гео, ближайшие к вам предложения будут у вас в топе ленты. А еще прикольно, что специально для пользователей ВК, разместив свое объявление в разделе, можно получить бесплатные стикеры с очень милым сурикатом. Так, готово, я разместила свои товары. И так как я просто дарю, по сути, эти вещи вам, я вместо цены поставлю бесплатно. И в описании к видео я оставлю ссылку, по которой вы можете пройти и написать мне по объявлению. То есть любой из вас, случайный человек, может получить вещь от меня. Конечно же, я еще и приложу свой автограф и выберу абсолютно рандомного человека из написавших мне. Я предлагаю вам тоже разместить свои объявления ВКонтакте. Вдруг я вообще найду среди них что-то интересное для себя. И мы сможем даже поменяться, и у меня будет ваша вещь. Так что давайте, ребят, вместе помогать планете. Найдите у себя что-то лишнее и продайте это или отдайте, или купите что-то нужное для себя прямо сейчас. Пишите мне по объявлению, а я выберу, кому отправлю эти вещи бесплатно. А теперь погнали! Мишка уже испачкалась, пока мы шли. В общем, мы с Мишкой тренировались очень долго команде ждать. И делали мы это на собачьей площадке, конечно же, потому что здесь закрытая территория. И сегодня, спустя время, мы проведем с вами и с Мишей очень серьезный, опасный и трудный эксперимент. По сути, для нее это такой экзамен. Сдаст она его или нет? Посмотрим. Куда бы я ни шла, где бы я ни останавливалась, она всегда идет со мной, останавливается со мной. С одной стороны, для собаки это очень полезно и хорошо. Но с другой стороны, если даже я остановилась и сказала ей команду ждать, я уходила, и она все равно шла за мной. Кто смотрит канал давно, знает, что Мишка попала к нам из сложной ситуации. И поэтому команда, она учит очень тяжело, очень медленно. Быстренько объясню, в чем заключается обучение этой команде, как это происходит. У меня есть вкусняшка. Я оставляю собаку в каком-то месте, говорю ей команду и начинаю отходить. Сейчас я команду Мише не сказала, и, как вы видите, она начинает идти за мной. Я вкусняшку сейчас ей никакую не дам. Моя задача в том, чтобы она поняла, что команда ждать – это сидеть на месте и никуда не двигаться, пока я не подойду. Поэтому я держу вкусняшку в руке, начинаю отходить хотя бы на один шаг и говорю: ждать, ждать, молодец. Пока собака сидит и не двигается, ее можно похвалить. Таким образом, она понимает, что когда она вот не двигается и слышит слово ждать, она сидит. Не надо начинать с длинных каких-то вещей, уходить очень далеко, потому что собака, в первую очередь, которая не умеет этого делать, она пойдет за хозяином. Ждать,
Делаю уже два шага, и собака уже ждет. Снова подхожу и хвалю, и говорю: ждать, молодец. Как и с любой абсолютно командой, собака ассоциирует слово ждать с каким-то действием. Она получает вкусняшку, когда сидит и не двигается, даже когда хозяин уходит. Таким образом, она понимает: окей, вот что надо делать. И, соответственно, тогда уже можно начать увеличивать расстояние и время. Потихонечку, с каждым днем начинаем увеличивать расстояние и, конечно же, хвалить, если собака выполняет. Не давать вкусняшку тогда, когда собака делает шаг навстречу и начинает идти за вами. Не даем, не хвалим. Со временем я увеличивала расстояние, отходила от нее намного дальше и увеличивала очень сильно время, то есть, чтобы она ждала меня намного дольше. Когда она ждала, в этот момент я старалась поскорее подойти к ней и похвалить ее за то, что она правильно все выполняет. Какая будет у Миши реакция, если я оставлю ее в каком-то месте, пропаду из зоны ее видения, и мы увидим, насколько она способна выполнить эту команду в других условиях, а не в условиях собачьей площадки. С одной стороны, если собака очень хорошо знает команду, переживать не за что, но в случае с Мишей она очень непредсказуемая собака, и может произойти все, что угодно. Первый этап. Уровень сложности легкий. Не очень шумное крыльцо и место не особо людное. Я установила камеру вот туда. Я спрячусь за вот этот угол. Здесь достаточно длинное расстояние, а Мишка будет сидеть вот здесь. Посмотрим на то, как она справится. Ждать, Миша. Ждать. Я начинаю потихоньку уходить. Сейчас я еще в ее поле зрения, она меня видит. А вот сейчас я зайду за угол и посмотрим, как она отреагирует. Я очень надеюсь, что она справится с этим простым заданием, потому что дальше нас ждет очень сложное. Все, она меня не видит. Я стою за углом, где Миша не может меня видеть и даже слышать, потому что там достаточно шумно. И я надеюсь, что несколько минут мы все-таки продержимся. Она меня не видит, а я смотрю через специальное приложение за тем, как она себя ведет. То есть у меня на телефон выводится видео с камеры, и я наблюдаю за ней, как она себя чувствует. Ну, опять же, в целях безопасности, если вдруг она куда-то двинется или побежит меня искать, я сразу смогу отреагировать. Я вижу, как она стоит, как она смотрит по сторонам. Пока что она никуда не двигается. Это очень большой плюс. Ну что ж, прошло несколько минут, и, в принципе, я думаю, что можно уже похвалить Мишу, потому что она достаточно долго ждала. Молодец, молодец, умница, ждать, ждать, молодец. С этим заданием мы справились, но это еще не конец. Сейчас мы перейдем к следующему, более сложному этапу. И, в конце концов, нас ждет самый сложный. Посмотрим, справится ли Мишка. Второй этап. Уровень сложности средний. Подъезд здания с человеческой очередью. Рядом шум дороги. И это усложняет очень сильно задачу, потому что есть люди. Но эти люди, по крайней мере, не ходят. Они пока что стоят. И, соответственно, я оставлю Мишу там. И мы посмотрим, как она будет реагировать, как она будет себя вести. Она должна, по сути, меня дождаться в этом месте. Я сижу за машиной, сейчас спиной к тому месту, потому что солнце оттуда светит. И буду наблюдать сейчас в камеру, смотреть, как она будет реагировать. Может ли она стойко просидеть на одном месте, или же будет немножко нервничать, потому что там есть люди. И да, действительно, я вижу, как Мишанька начинает немного паниковать. Я наблюдаю пока что не выхожу, потому что нужно дождаться время. В принципе, я держу все под контролем. То вот видите, Мишка сейчас нервничает явно. Она как будто начинает меня искать в поисках. Подошла к каким-то людям, взаимодействует с ними. Она не сидит на одном месте, она начинала двигаться. А это уже не соблюдение команды. И я буду надеяться, что вот сейчас пройдет некоторое время, она ознакомится с обстановкой и все-таки вернется на место. Или хотя бы будет в этой части, где я ее оставила. Потому что если бы я зашла, да, в помещение и оставила собаку снаружи, я должна выйти и найти ее там. То есть Мишка не идеально выполняет команду, я смотрю за ней издалека, но в целом она находится в том районе, она никуда не уходит. И сейчас я заметила, что она вернулась к тому месту, где я оставила ее рядом с поводком и камерой. И я, пожалуй, вот в эту секунду ее похвалю как раз, чтобы она понимала, что нужно оставаться на том месте. Немного запаниковала, но все же вернулась на место, да? 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 Молодец! Умница! Молодец, ждать. Если первое задание она выполнила на 5 баллов, то это все-таки, можно сказать, на 3 с плюсом, на 4 с минусом. Сейчас будет самый сложный момент. Я надеюсь, что все пойдет по плану. Если так, и Миша заработает хотя бы 4 из 5, то тогда мы рискнем и сделаем
тренировку в торговом центре, где очень много людей, где очень большое движение, и посмотрим, как она будет реагировать. Третье задание делится на два этапа. Уровень сложности высокий и очень высокий. Вход в большой магазин, людно и шумно. Первое задание – дождаться на крыльце хозяина из магазина. Второе задание – не уйти с крыльца, а ждать по команде, когда хозяин уйдет. Можно сфотографироваться, Ну все, пока. Пока-пока. Произошла непредвиденная ситуация. Встретились фанаты именно в ту секунду, когда я посадила Мишу и сказала ей ждать. Поэтому, ну, она продолжает сидеть, все нормально. Даже не смутило ее то, что ее все потискали. Сейчас я начинаю отходить. Сначала я зайду в магазин, и мы посмотрим, как она будет ждать. А затем я выйду из магазина и пойду, сказав ей команду. Итак, я захожу в магазин. Сейчас двери закроются, Миша сидит снаружи. И я... Проходите, проходите. Сейчас двери закроются, она меня сначала будет видеть, а потом я отойду, и она меня перестанет видеть. Ну что ж, мы можем наблюдать, как Мишка сидит и ждет явно. Сидит, в принципе, довольно спокойно. Ожидает, не двигается с места, начинает двигаться. Главное, чтобы она не сошла с крыльца. Я сейчас подойду с того окна сниму, с которого она просто меня не видит. Миша ходит, ходит, не ждет. Хочет подойти к двери. Пока что я наблюдаю за ней так, что она меня явно не видит. Я за окном, которое отражается, и она меня точно не видит. Она пометалась немного по крыльцу, но остановилась и продолжает ждать. Вот, мы можем ее наблюдать сейчас. Проходят люди, обращают на нее внимание. Миша сидит. Пока что больше не мечется по крыльцу. Итак, теперь моя задача. Какая-то женщина к ней подошла, что-то ей говорит. Так, сейчас моя задача выйти из магазина, сказать ей ждать и пойти дальше. То есть, по сути, мы добились того, что Миша дожидается меня из магазина. Да, Мишанька? Вот молодец, умница! Молодец, ждать, молодец! Ждать, Мишаня. Итак, сейчас я оставляю ее на крыльце и начинаю уходить. По сути, если она дождалась меня из магазина, она должна выполнить и эту команду. Посмотрим. Пока что Мишка сидит и ждет. Теперь мне нужно выйти из ее поля зрения. Я зашла за стену магазина, она меня сейчас не видит, и посмотрим, справится ли она с этим самым сложным заданием. Мишка подошла к краю крыльца, стоит, смотрит на лестницу, но не уходит пока что. Она увидела кого-то человека и пошла за ним. Это минус, это очень большой минус, это капец. Она прошла мимо меня, не заметив меня просто-напросто, и пошла куда-то дальше. Ну, сейчас мне надо ее догнать. Это провал. Здрасте. Миш, ну чё? Ее тут чуть не приютили, ребят. Она просто пошла за каким-то человеком с пакетом, а потом она просто стала бегать, пройдя мимо меня абсолютно. Это провал, это даже не два, но она не виновата. Поставьте лайк, пожалуйста, поддержите это видео комментарием своим, подписывайтесь на канал. И Миша опять уходит куда-то, да что ж такое? Что происходит? Где Миша? Да что такое? Она опять пустилась с лестницы, пустилась во все тяжкие куда-то просто по улице. Миша! Стой! Ты чё? Ты куда ты пошла? Все, видимо, уже начинается отвал башки, мозги отключились, мы паникуем. Надеваю на нее поводок, ребят, ну и увидимся скоро в новых роликах на канале. Пока!